Всем привет, с вами Ню и Зецу, вы на канале Фрикаделька, а мы в культе Фрикаделька. Да, и наш культ, всем привет, как пытается всегда, сдохнуть. Как всегда опять. Пытается помереть. Ну я вижу, да, вижу, подготовим к погребению этого. Я тебе говорю, вознесение надо было. Подготовим к погребению этого. Вообще меня не слушаешь. Валифор пытается сдохнуть от голода. Я не знаю, почему ты вы... Ты что такой безответственный? Все умираете-то, блин, я вас кормлю как этих. Корми лучше. Я не понимаю, что вам надо. Нате, жрите, жрите мясо. Рыбы, нате, вот вам все, нате. Ты что, такое жареное мясо последователь? О, отлично. Окей. Не заметят среди нормального мяса, что там еще есть их друзья. А что, в принципе? Идите, некоторые жрите. Из их друзей, какие все недовольные. Недовольно некоторые жр... из их друзей, между прочим, буквально выращиваются на мяско. Вот. Вот, вроде им становится получше. А, мне нравится, наверное, что трупы где-то среди нас, куча трупов. Да, может быть. Но им надо похоронить надо... трупов, да. Ой, да вы тут вообще все засрали, чуваки. Тебе надо сейчас тогда получить веру, чтобы получить могилы. Все такие недовольные пошли работать. Пошли работать недовольно. Ты посмотри на этого Каина, просто это прям мое лицо, когда я иду на работу. Вы еще и разрушили кровати. Вы что, блин, делаете-то? Мало ли что, они там делают на своих кроватях. Ой, среди трупов молятся. Дарвин что-то хочет от тебя. Что надо, Дарвин? Наше поселение очень уныло. Давайте сделаем его таким же прекрасным, как ваше облико. Поставим какие-нибудь украшения. Ну давай. Ну давай три украшения поставим. Хорошо, ты меня уговорил сегодня. Так, ну давай. Давайте поставим такие же прекрасные... Нет, не будем ниже ставить. Ниже есть что-нибудь? О, это что за фонтан с кровью? Разрушенный бастион. А вот фонтан с кровью. Бурлящий источник энтропии. Давай. Давай один поставим. Вот. Бурлящий источник да, энтропии. Вот куда-нибудь вот сюда вот где вот... Нет, не давай-то. Не-не-не. Давай к еде. Вот. Будут кушать чудно. И подставлять. Чудно. Один поставим. Так, что у нас? Три украшения надо поставить, ну, да? Флаг древней веры, я думаю, вот тут самое то. Так. Давай. Раз, два. Все нормально, три украшения готовы. Дарвин куда-то давайте, братья мои, взмолимся нашим... Мне. Точнее, Агнцу взмолимся. Алой Короне взмолимся. Как нас мало? Ну, нас, братья, мало, но мы верующие. Мы сможем противостоять силе, которая на нас обрушилась. Ну, ладно таки. Давайте новую заповедь внесем, которая даст нам про питание что-то, да? Потому что мы что-то от голода помираем. Ой-ой-ой. А может быть смерть и жизнь? Имущество нет. Нет, смерть и же загробная жизнь, но я не знаю. Нам хоронить начать не то, что загробная жизнь. Так может быть нам как раз это позволит не хоронить, но мы от например. Голода умираем постоянно. Слышишь? От голода постоянно. Так может там хоронить не надо будет? А почему тут хоронить, если мы от голода умираем? Они будут думать, что если ты их не хоронишь, то они уходят в нормальную загробную жизнь, например. Нам не надо терять меньше людей терять. Нам надо больше, чтобы они жили. Ну ладно, давай что-то с пропитанием. Давай, давай. Пища хищника или пища жертвы? Каннибализм. Все последователи получают каннибализм. А, они когда едят раз последователя, веру увеличивают. Это хорошо. И веген. Нет, каннибализм. Давай, каннибализм, будем, вот сейчас будем просто последователи рубить на мясо всегда, на место да. хоронить. Жизнь продолжается в вашем желудке. Нормально, мы унесем частичку наших друзей в себе. Да. Никто не забыт, никто не потерян, как говорится. Ничто не забыто там. Ритуал? Есть какой-нибудь ритуал? Давай, кстати, посмотрим. Есть какой-нибудь ритуал. О, кровавый дар. Дар. А, это можно кого-то... Давай. Я знаю даже, кого. Кого? А, нет, тут его нет. А вот. Кого ты хотел? Мать Терезу? Не, мать Тереза хороший. Себя? Нет. Только не Стразик. Только не Стразик. Давай Чику. Давай Гасьон. Нет, Чика. Нет, давай Чику. Чика, ты как самый верный последователь мой. Курица, принесенная в жертву. А ты хотел в жертву принести того, который типа не верит в жертву, да? Да. Все. Возрадуйтесь, братья. Ура! Окрепните, вера окрепнет. Ртов
трав меньше, голода меньше. Тайное потому что оружие. Всем будет что сожрать. Уровень оружия у каждого. Свой тяжелый удар. Интересно. Теперь мы поедим. Уи! Косточки такие. Вера крепла? Вера... О! Вера прямо крепла. Это хорошо. Все, пойдемте дальше. А ты у нас тут что делаешь? Слышишь, чувак, подумай, правильно ли ты поступил-то здесь? Правильно? А с ним вроде разговаривать надо. Да, я с ним поговорил. Но он еще не верит. Он еще не верит? Ладно, пускай сидит. Это что такое было? Это что такое? Паук с монеткой бегает? Так, ну тогда давай отдаем в добычу. Нафиг нам их хоронить, когда ну он... да. Это что такое? Это с него что-то выпало. Ты обокрал труп. А-а-а, ну не будем красть труп, поэтому это... Вы чё, пауки, у меня дерево тырите, вы чё? Ну что, они тырят? Мне кажется, они просто нет, вон с камушками таскаются. Вы чё, охерели, что ли? Хе, кек. Монетка. Мяско. О, последователи. Каин, иди... бревна добывай. Ну окей. Такой недовольный пошел. Он недоволен. Нам надо срочно от кого-то веру получить. Зетсу, дай мне, пожалуйста, веры. Я благословляю тебя, сын мой. Ты самый лучший последователь. Плохо благословил. Плохо благословил. Давай что-то еще. Приказать что-нибудь найти и порадовать подарком. О, на, держи тебе, продлевая жизнь тебе вдвое. У меня уже есть, оно мне нравится. Другое мне не нужно. Окей. Править спать. Можешь просто поговорить? Иди поешь жареное мясо, последователь. Блин, мне надо срочно веры получить, чтобы поставить эти... Кого? А, могилы? Да. У тебя там чувак так-то сидит, ждет. Ну неужели? О, бежит, бежит, бежит. Что надо, Валюфо? Тут развели такую грязь, что здоровье меня подвело, я умру, если не получу лечение. А, заболел. Заболел, бедняга. Лапушка. Господи, правда, тут развели такую грязь, Анна, иди и это, отдыхай. Сегодня ты не работаешь. Окей. Какие у нас не самостоятельные последователи? Ну, правда, тут, тут реально грязь развели. У тебя лягушка ждет. Какая лягушка? Да вон у тебя последователь новый. А-а-а. А тут всю дочь просидела. Я хочу присоединиться к тем, кто чтит культикненка. Элига составим, хорошее имя. Допустим. Доверчивый, врожденная покорность. Отлично. И гермафокупсида. Оставим таким. Брат, ты к нам идешь. И идешь сразу же, идешь. Иди добывай дерево. А ты-то чё, ты херел что ли? Это как смешно их таскает. Ты чё, Стразик? Стразик обалдел. Стразик, я тебя защищала! Придется было тебя в жертву надо было принести. Слушай, ты чё? Вот так. Не, ну тут реально бардачина полнейшая. Я не знаю, чё, как жить тут. Так, может быть, туалет поставить надо? По-моему, можно туалет. Так, нет туалетов. Подожди, а там, кстати, меня кто-то давал задание три этих поставить. Это да, ты мне, по-моему, Дарвин. Дал? Поговорить. А, да. А... Нет, подожди, не он. Дарвин тебе давал. Я тебя поставил, ты... Что-то я не понял ни хера. Ну... Может, Дарвин сейчас закончит, тогда получится. Ну, просто поговори с ним. А может быть, оно не работает, потому что они еще не установлены. А, ну, кстати, да, что-то я. Ставь давай. Помоги им реально, они так долго будут ставить. О! Слава богу! Надо срочно... Могила слева внизу? Да, надо срочно, потому что без этого что-то вообще печально нам. Хорошо. Без могил мы это в антисанитарии просто начинаем умирать. Последователи?
Могила, где у нас? Ну, конечно же, могила вот тут, на Зидане. Забавно, да. Окей. Тебе хотела только на две? Плохо. А вы что не настроили-то? Вот так. Какой-то злобно достроил, агрессивно, пассивно. Слышишь, Дарвин? Показали мне большую честь. Благодарю вас от всего сердца. Хорошо. Так ты еще его благослови. Еще благословляю тебя, молодец, сын мой. Так держать, все для нашего поселения. А ты че? Он так рядом стоял просто. А, ты тоже благословился, типа. Спасибо. Так, хороним. Ну, заповеди только как это, только так собираем. Так, все этого похоронили. Брать тело. Не надо брать тело. Никому не нравится смотреть на трупов, поэтому пойдемте. Надо подождать, когда Валифор выздоровеет. Да не будем мы ждать, пока Валифор выздоровеет. Так, а ты-то чё? Перевоспитать. Гован, Гован, ты подумай о себе. Да неужели? О, ладно, ты свободен. Ты свободен, иди беги. Ой, я рад, сейчас. Помыли мозги, парни. Да. А кто собирает ягоды-то, чуваки? Ну вообще, вот смотри, тебя просто взяли, заперли и говорят, что ты должен в меня верить. У тебя что, большой выбор, что ли? Моя просьба выполнена. А что она просила? Не знаю. Не знаю, давай ее еще благословим. Ты благословлен. А ты тоже это благословился, что ли? Иначе. Да, они рядышком благословляются. Ох, как! Ох! Ох, это хорошо, как! Да я тебе говорю, мы что-то заповеди очень быстро клепаем. Пиздец. Нам нужна еще одна могила. Дай деревья. А, деревьев нет. Пипец, блин, с вами. Ладно, положим просто так труп туда. А сколько надо-то на еще одну могилу? Не могу. Ладно. 10 дерева надо на одну могилу, это пипец какой-то. Ладно, идем. У нас там новая локация открыта. Ну, целую полсерии тратишь на то, чтобы восстановить поселение, чтобы оно не сдохло, ну, к чертям принципе, без тебя. Полсерии на поселение, полсерии на этот. Что у нас тут с грибным гротом? С кем тут разговаривал в темноте? Че это? Перед тобой редкие украшения, найденные в походах великим солнца. Мы продаем их, а на выручку покупаем грибы. Нам нужны грибы. Больше грибов. Грибам нужны грибы. Грибам нужны грибы. 30%. Неплохо. А ты что продаешь? Карты, карты, подходите, карты. Окей. Скидка 10. Ладно, тут карты, тут и грибы. А что вон там? Содза? Гриб тоже, что ли? Приветствую! Что ты спрашиваешь, кто я, Солнце? Кто же еще исследователь грибов и их спор? Можно сказать, профессиональный спорщик. Хм. Блять, каламбурист. Это я шучу. Так, что, грибы? Грибы. Я специалист по грибам, постоянно ищу новые. Мне всегда нужны новые. Че с ним? Грибы! Ты можешь приносить мне их, да? Да, я не доверяю своим последователям. Они лгут, они крадут, они распространяют обо мне лживые сплетни. Это точно знаю. Психанутый. Я сделаю все, что угодно. Я буду молиться у твоего алтаря. Я буду служить тебе. Я оторву тебе голову. Прошу прощения, я покажу тебе, как применить силу грибов и воздействовать на хрупкое сознание твоих последователей. Окей. Тебе не придется обращать эту силу против меня. Нет, я добровольно пойду за тобой. Приноси мне грибы, я буду делать все, что ты прикажешь. Отправляйся в земноводье, ищи грибы. Возможно, раньше они прятались от твоего взгляда, но присмотрись получше, ты их увидишь. На тебе 10 грибочков дам. Ты у нас, короче... В Булле с тобой, значит, Гэри, который ебанутый с СДВГ. Здесь такой же Содзо. Давай сюда, давай. Хорошо. Но этого мало. Принеси еще, я научу тебя промывать мозги твоим последователям. О, грибы, конечно. Грибы. Что, ты хочешь награду за старание? Конечно, я всегда отдаю долги. Возьми вот это. О, спасибо. А что мы за херню собираем вообще? Собрали уже. А-а-а. Что-то медальончик. Вы нашли 4 сколько священного талисмана. Огромную силу, алла крона может поглощать для создания новых рун. Открывайте, надевайте руны в храме. Руно, типа, наверное, это накидка. Ну, руно вообще-то шкура барана. Мы носим, типа, вон на себе это руно.
Мы сами баран, что ты хочешь-то? Гриб небольшого размера. Это украшение. Допустим. А тут что? Открыть новые облики. Ну давай один, тут на 20 монет. Ой, это что такое? О! Это каракал, или как он? Феник. Феник, феник. Неплохо, феников дали. Ладно, возьмем. Прикольно. Так, грибов сколько тебе надо? 20 грибов, да ты че? Ума сошел, что ли? Грибы. Ладно, грибы пусть бегают. Больше грибов. Там кристалл. Грибов. Ну все, пойдем дальше. А, че, дальше пойдем в земноводе тогда. Надо третьего босса победить, земноводный. Земноводье. Погнали. Ой, перчатка. Чтобы нанести тяжелый удар, нажми соответствующую. Какую соответствующую кнопку? Зависит от вида оружия, поглощает небольшой объем. Ничего не знаю. А, вон она. Shift. А что за shift? Ну, shift. Интересно. Ладно. Источник порчи. Ладно. Типа, короче, на shift он какую-то супер атаку делает. Ладно, допустим. Какая жаба здоровая. Мусочка-то красивая. Ну, не дошла до Айзека, конечно. Айзека покрасивее все-таки. Ну, Айзека здесь... мощно. Хотя мне у Айзека больше все-таки в первую очередь нравится оригинального. Враги со щитом не будут получать урон, пока вы не разобьете его щит, чтобы сделать это, наносите тяжелый удар. Вместе с этим еще и сложность появилась. Понятно. Это грибы? Ох. Ладно. Ну они не сильно мешаются, но конечно мешаются, если поугнить, если они грибы, будут с кем-то... Грибы, грибы, грибы! Если они будут с кем-то до 50%, то есть еще они и еще кто-то, то они будут мешаться, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что за мушка летает? Вот это вот. Ого! Это взрывомушка. Это же не Айзек. Мушка-взрывушка. Да я тебя умоляю, все что угодно, Айзек. Мушка-взрывушка. Но при этом ничто не Айзек. Пора туманного дыма гриба. Все враги получают на 3 единицы больше урона, когда он встает. Не, он учит дополнительный урон ядом. Да. Хоть она и волшебная, конечно, плюс какой-то. Ну, она красивая, но все-таки. Я лучше ядом буду бить. Дорога ждет. Слушайте, опять эти лягухи. А че опять мыши-то пошли? Они же здесь не водились. Это лягуха-мыши. Так. Или вот. Это левушки опять. Такое? Это что такое? Это талисман Шуну. Вы уменьшаетесь в размерах, упалились. Типа... А мы сейчас стали меньше, или мы такие были? Ёб твою мать, зачем? А... В смысле? Это, видимо, как в Айзеке. Ну, у меня с этого и радиус атаки так-то меньше стал, если чё. Ну, видимо, по тебе, наверное, и попасть сложнее, если чё. Я не спорю. Но и радиус атаки стал не сильно-то больше. Как бы ладно, я не буду это применять, мне не очень удобно. Во-первых, я себя даже почти не вижу уже. Вы получите синее сердечко за убийство врагов. Здесь 10%. 10% на самом деле синее сердце это неплохо. Да, конечно, это довольно высокий шанс. О, так. Последователь смотрим. Какой-то. Я не помню, что это такое. Не знаю. Еда на деньги, что это? Я бы последователя взяла, она смаловато осталась. Ну, пойдем, ладно. Что с тобой случилось? Они принесли в жертву всю мою семью, сказали, что за это Хиката сыпет их милостями. У меня больше никого нет. Не ужал. Я знаю, чувак. Пойдем, мы тебе найдем новую семью. А этих мы возьмем. Блин, он такой грустный. Грустная жабка. Так, левый или правый знак вопроса? Правый. Ну, насколько ту.
Земля пропитана силой епископа этих мест. Собранные в походе материалы исчезли. Молодец, а ты вообще собирали, собирали. А толк собирали, просто все кончилось резко. Молодец, выбрала. Знатно выбрала. Больше мы не будем тебе верить. Больше мы тебе выбор не доверяем. Я молчу. Да прям вообще. Нахер собирали, тут все ходили. Хватит меня унижать. Да. Я не специально. Да, кто конечно, знал? Никто не специально. Эх. Это же не знаю теперь, что говорить после этого. О, Гекат. О, мы знали Алую Корону совсем недавно, не более 1000 лет назад. Она оказывала тлетворное влияние на умы, она распространяла ересь и разрушала древнюю веру. Воздаяние за это тяжелейшее из грехов должно быть медленным и мучительным. Алчность и честолюбие взяли над ней верх, и она смелилась пролить божественную кровь. Блять, опять! Ты чё? О, они голодают. Опять все голодают. Тебе жить не дают. Надо домой возвращаться срочно. Да. Так что давай быстрее. Так, стилет нам не надо. Касание неплохая штука. Не, давай псырокол самое прикольное здесь. А, ну псырокол. Источник порчи. Надо домой возвращаться, там все голодные у меня, да? Да. Иначе у тебя там сейчас будет полный трындец, ты опять будешь не знать, как это исправлять. Опа, псырока! Давай, в гневе. Ты видел, какие маленькие были псырока? Ну, работает, ладно. Синее сердечко так что получил. Это хорошо. Давай. Ух! Мушка. Мушка, я буш. Подожди, мы на локации с боссом уже? Нет. Нет? Сейчас пойдем на локацию с боссом. Ты эти взрывашки, конечно. Вот эта большая жаба, она на самом деле не очень-то, это, как сказать, сильная. Она даже, я бы сказал, не мешает особо. Эта взрывашка долго летит. Да, у меня синий сердец, вон сколько. 10% ну, да. Шанс срабатывает неплохо. Ну, 10 это прям много, если честно. Это они прям расщедрились, я бы сказала. Вот теперь мы на локации с боссом. Ух, давай. Надо быстренько. А то там все подохнут опять. Веру сейчас заберем. Агрессивнее надо, агрессивнее. После того, что она сделала. Ну, она наших последователей голодать заставляет каким-то образом. Вообще, сука такая. Вытянула всю жратву. Еще главное меня. Она затащила. Там Зетсу был очень. Надо быстрее торопиться его покормить. Ой, блин, иди нахуй. Ты только о себе и думаешь. Ну, а как? Обо мне. Ты-то уже мертва. Вообще не понимаю, что я здесь делаю, если я уже мертва. О, семя тыквы. Можно свои тыквы выращивать. Наверх. Мы тебя больше не будем слушать. Нам надо наверх. Зачем? Так там было что-то интересное. Ладно. Грибов надо собрать. Семя гриба дурманного. Видишь, что-то висит. Это химах. Вы превращаетесь в одного врага безопасное существо. Ну ладно. Хорошо. Спасибо, Химах. А на босса не применится, интересно? Нет. Ой-ой. Босс. Давай посмотрим, как это работает. Оп! И правда, безобидная овечка. Она такая милая была. Что, дают? О, какой меч. Смертельный. Это не меч, это магия. А, я думал, ты. Он наносит ближний урон, мощный удар, который можно усилить. Не, давай псов рука ставим. Ладно. У меня как-то сблизи не особо. Свечи даже это уже будет.
Кто там у нас сегодня? Зипар. Зипар. Ваша лягушка. Да. Похоже на гипноза. Ой-ой-ой. Не умри только. Ой-ой-ой. Она, короче, поганая лягушка. Ой, а ты что, нифига ты плодишься-то, как это? Как-то быть маленьким здесь неудобно. Вот в этом есть прикол, здесь как-то это неудобно, да? Согласен. Ты помнишь, что у тебя еще есть какой-то там тяжелый удар? А нафиг он нужен-то здесь? Я думал, для пробития щитов. Кстати, могу вот так сделать, и может превратиться она. Нет, она не превратилась. Во что? Безобидную тварь. На что-то рассчитывал, блин. А вот здесь, ну слушай, она как безобидна на самом деле, если посмотреть. Она просто пускает взрывающихся мушек, которые долго летят до цели. Единственное, что под ней нельзя стоять. Ну она прям так резко прыгает. Ну я бы не сказал, что это прям резко. Резко вот прыгает это вон та гусеница из первого. Опа! Ну он так себе выглядит. Он были, ну, да, были и получше. Давай возьмем тебя. Какой-то он бородавчатый. Тыквы! Тыквы! Хорошо. Так, погнали, что у нас там творится? У нас есть 4 минуты. У нас есть 4 минуты. Чтобы да. как раз привести поселение в порядок. И посмотреть, что тыквы нам дают. Нет, это семя тыквы, они не росли. В смысле? Это семя тыквы, это не тыквы. Их еще вырастет? Конечно. Я думал, это тыквы. Ни хера подобного. Нам сейчас нужно еще посадить тыквы. Да. А да. что вот с этим случилось? А, мне надо по новой отстраивать каждый раз. Так, чуваки, идите поешьте. Идите поешьте. А так там есть что есть-то? А, ну да. Давай, приготовим. Так, подожди, давай Блин, отвали. Соберем вот здесь вот этот. Тут нам хватит на следующий уровень? Нет, наверное. Немножко. Так, ну еды-то вон полно на самом деле, если так разобраться. Ты так будешь полвека, блин, собирать. Так. Готовить. Травяной салат. А что такое в конце самое такое красное? Сухое мясное рагу. Мертоносная еда. Мгновенно умирает. Не надо это. Ладно. Не будем. Ну, жареное мясо последователя. Съедобная Тут смесь. Тыкву не надо. А, да, с тыквы не надо. Давай. Рыбу, мясо. А, давай вот так приготовим домой. Оп, идите ешьте, чуваки. Налетай, налетай. Они спать пошли, да? Нет. Я-то нет, я же не сплю. А, ты не спишь. А мама. Молодец, хорошо. Блин, а как заставить-то людей вот это вот собирать? Да я откуда знаю, как их заставить? Может, что-то еще открыть надо? Улучшить вот этот домик. Что-то я вообще понять не могу. Как заставить их, чтобы они собирались? Положи туда семя тыквы, чтобы посадили. Сейчас положу. Мне для этого надо все собрать. По-моему, ты там жрешь уже вторую тарелку. Так я голодный. Меня же Хикат это обголодал. Даже вернуться вот сюда вот. Семя тыквы. Кто-нибудь садили? Зайдите мне семя тыквы сюда. Все. А почему 12? У тебя же было больше. Я же их потерял, когда зашел на ритуальное этот кольцо это. А вы что, три ягодки мои ухили? Безудержное веселье. Не, ну зато... Нормально все. Сейчас день начнется. Можно спокойно заканчивать. А зачем нам вообще нужны были тыквы? Куда? А, сейчас покажу. Давай. Ну, вот здесь надо построить... того, чего уже нет. Кого нет? Какая-то фигня была специально построить, типа, чтобы... Не, ну это же странно, это же как-то к Хэллоуину было, ну, а да он еще не закончился. Может исчезло, конечно. Может оно какая-то работает один день. Да ну. Ну ладно. Ладно. Ладно, разберемся потом. Так, а ты что? Кань пришел? Да, говорит. В лесах нашлось все, зачем вы меня отправили? Мне удалось найти 38 деревьев во время сражения. Молодец. Вот Кань устал, иди
Иди, иди отдохни. А ладно, давай сам ты решишь, что тебе на это есть, пошел. Ну, конечно. Поешь, надо пожрать, поспать. Так, а ты чё у нас, Стразик, ты одумался сегодня? Может, всё-таки передумаешь, нормально будешь себя вести? Да. Ладно. Хотя у него такой вид хитрожопый, я бы стала ему доверять. Иди гуляй. И поставьте мне, пожалуйста, еще один... одну могилу? Одну могилу, чтобы я уже убрал это тело. Сюда вот. Иди отдыхай. Не-не-не, не надо работать, иди отдыхай. Нет, подожди. Может помолиться просто? Чувак, иди. Да благослови иди его. Иди спать. А. Летели на еду, смотри-ка что. Да-да-да-да. Ам-ам-ам-ам-ам. Еще надо вам еды, вы что? У тебя нет столько еды. Валифор что-то хочет, ты что-то сделал для него? Валифор вылечился. А, слава богу. Валифор, ты как, здоров, нормально все? Благодарю, моя вера в вас окрепла. А шо? А что было нам надо? Как всегда что-то надо. Прошу, не судите меня строго, мне всегда хотелось попробовать блюдо из экскрементов. Помогите исполнить мою мечту. С ума сошел, что ли? Слушай, ну... Ладно. Это, ну это уже точно в следующий раз мы будем ему... Готовить... Страшно. А ты что хочешь, мать Тереза? Что сегодня на меня? Я чувствую, как слабеют мои колени, мутнеют глаза, и все же мне отрадно было провести всю свою жизнь в служении вам. Ты умирать собралась? А, она стала старой. Прикинь. Прошу простить меня, но у меня уже нет сил работать. А, давай, подожди, у нас был подарок какой-то. Погладить. Погладь. Мать Тереза, молодец. Хорошая. У нас был какой-то подарок, который продлевал жизнь вдвое. А и зачем продлевать жизнь старую вдвое? Думаешь? Ну, садить-то он садит, молодец, но... Мне надо-то не садить, мне надо... Как это сказать-то правильно? Мне надо, чтобы они не садили, мне надо, чтобы они собирали все это дело. И у меня не хватает... Кого? Вот это еще одного ящика. Потому что мало. Ладно, чё. Давай. Вроде бы все здоровы, все целы. Сейчас ну, только, вроде бы, да, сейчас всё, только всё там могилу, грустно, могилу поставили. Сейчас только вот так вот все. Вот теперь уже хорошо. Что ж, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока.